В Подмосковье стартовала ежегодная прививочная кампания. В больницы уже поступили первые партии вакцины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области. В первую очередь вакцинация необходима людям из высокой группы риска. К ним относятся лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями, лица призывного возраста, а также представители отдельных профессий, работники образования, транспортной и коммунальной сферы, медработники. Защитить себя и своих близких от гриппа можно, пройдя вакцинацию в поликлиниках по месту жительства. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.